Если обстоятельства в твою пользу, то в Коране есть ответы на все. Утверждение о том, что в Коране нет ответа на какой-то вопрос, это оскорбление Корана. Утверждение об этом – это попытка поставить под сомнение саму универсальность исламской религии. А если тебе предъявляют какой-то шариатский вопрос, где требуется официальное признание, то в Коране нету ответов на все. Условие, что у меня как муфтия должен официально признать. При чем ты тебя должен признать? Ты кто, чтобы официально признать? Где в Коране? Ты говоришь, Коран и Сунна. Где в Коране сказано, что вот если меня официально признают, я буду доносить истину. Если нет, не буду. Где в Коране сказано? Где в Коране сказано? Где в Коране сказано?